Инструмент видеозаписи личной страницы пользователя. С помощью этого инструмента вы можете разместить на личной странице вашу видеозапись. У вас появится выбор загрузить видеоролик с персонального компьютера, либо добавить ссылку на уже существующий ролик на видеосервисе YouTube. В первом случае нажмите кнопку «Загрузить видеоролик». Здесь необходимо заполнить форму заголовок и загрузить сам файл, кликнув «Закачать видеофайл». Вы попадаете в окно проводника, где выбираете материал на вашем компьютере и нажимаете кнопку «Открыть». Описание. Вы можете дать комментарий к видеозаписи. Контроль доступа. Кликнув по выпадающему списку, вы можете установить ограничение на просмотр размещенного вами материала. Терминологический словарь. При последующей загрузке видеоматериала в учебный курс вам может пригодиться поле «Терминологический словарь». Если в видеозаписи встречается слово, значение которого вы хотели бы раскрыть для слушателей курса, нажмите кнопку «Добавить». Перед вами появятся два окна. В окне «Термин» впишите определяемое слово. В окне «Значение» – его определение. По окончанию редактирования полей нажмите кнопку «Сохранить». Внимание! Скорость загрузки файла зависит от скорости вашего интернет-соединения. Если вы хотите удалить файл, нажмите на кнопку с изображением корзины напротив видеозаписи. Также вы можете добавить видеоматериал по ссылке с YouTube. Для этого вам также нужно заполнить поле «Заголовок», а в поле «Видео» добавить ссылку на ролик. Не забудьте сохранить страницу.